Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 27 февраля 2019 года. Продолжаем купаться в любую погоду и в любое время суток. Вот уже темнеет. У нас сегодня стульчик кто-то здесь оставил. Очень кстати. Очень даже кстати. Начнем. Сегодня я узнал, что очень хороший праздник существует. Это Международный день оптимиста. Так что сегодня мы все прогрессивно-оптимистическое человечество празднуем. День оптимиста. Так что присоединяйтесь, друзья, если вы относите себя к числу оптимистов. Милости прошу к нашему шалашу. Я всегда помнил эту притчу про стакан. Оптимист — это тот, у кого стакан наполовину полный всегда, при любых раскладах. Он всегда, это человек, которого всегда позитивно, энергичен, который всегда в прекрасном настроении, в любых обстоятельствах, видит выход из любой ситуации мгновенно, то есть настроен на позитив. Эти люди всегда делятся своей энергетикой положительной и позитивом, настроением своим хорошим, всегда делятся с окружающими людьми, это чувствуется всегда. Кстати, хотелось бы попросить тех, кто смотрит этот ролик, чтобы вы в своих комментариях оставили, получается у меня в моих видео делиться этой энергетикой и настроением. Передается ли оно через экран? Вот. А, кстати, один из примеров позитивных людей, оптимистов, был Жан-Жак Руссо. О том, кто учредил и когда учредили этот праздник, непонятно. И почему именно 27 февраля, тоже неизвестно. Да, это и, собственно, и не суть важно. Главное, что этот праздник есть, и он нужен. Он хороший, добрый, и он нужен. Потому что на оптимистах, скажу я вам, держится мир. И оптимистов очень много вокруг. Оглянитесь вокруг, они рядышком с вами есть. Возможно, они вас поддерживают по жизни. Еще одна уникальная особенность оптимистов, жизнелюбивых людей, заключается в том, что они никогда не обвиняют других или кого-либо, или что-либо в своих неудачах. Они всегда ищут причину в себе и решают проблему быстро. Так, включили вспышку. Гёте, Карнеги, Жан-Жак Руссо, Пушкин, кто еще? Ришелье, кардинал. Майя Плисецкая, кто еще? Винстон Черчилль. Вот, кстати, Винстон Черчилль как-то сказал: я оптимист, потому что я не вижу смысла быть пессимистом. Золотые слова. Так, ну а мы пока пойдем покупаем. Сейчас включу фонарь. Все, помчались. Праздником, оптимисты! И те пессимисты, у кого рядышком есть оптимисты. Вам повезло, что рядом с вами есть такие люди. Кстати, оптимисты всегда относятся к временным проблемам и сложностям очень позитивно, с хорошим настроем. И находя позитивные моменты во всех ситуациях без исключения.
Что, кстати, очень немаловажно, потому что это влияет на их здоровье, так как лишает их, уменьшается воздействие стресса. А так как мы уже с вами знаем, долгосрочный стресс, он ведет к различным заболеваниям. Все помним, да? В первую очередь одеваем шапочку и вверх. Потом все остальное. Да, что там про Жан-Жака Руссо? Да, что там про Жан-Жака Руссо? Француз очень легко относился ко всем невзгодам и бытовухе. В доме, в семье, с легкостью встречал все невзгоды, которые встречались ему на пути. Ну, короче, был полностью на позитиве. И как говорят историки, его вера в лучшее, надежда вот это на лучшее и вот это вот восприятие его позитивное всего, оно служила постоянными ссорами его с женой. Она считала его отношения легкомысленным. Вот так, дорогие друзья. Так что быть оптимистом не всегда просто. Не всегда просто, но по всем параметрам намного выгоднее, намного интереснее, веселее и увлекательнее. И полезно для здоровья, чем быть пессимистом. Выбор за вами, друзья. Так, тепленькая водичка. И знаете, дорогие друзья, хотя ученые и установили там где-то у себя, что разница между оптимистом и пессимистом устанавливается на генном уровне, я все-таки считаю, что оптимизму, так как и любой другой черте характера, можно научиться, имея достаточную силу воли и упорство. То есть это все те качества, которые в любом случае необходимы, когда человек чему-то учится новому. А особенно если черта характера. Если он хочет приобрести новую черту характера, которую он не имел до сих пор. О, снежок опять пошел. Кстати, о погоде. Сегодня еще один праздник. День Кирилла Весноуказчика. Так что все кириллы, поздравляю вас с вашим днем, День святого Кирилла Весноуказчика. Народные приметы говорят, что если в этот день солнечно и тепло, скоро будут морозы. Вот. А если в этот день холодно, морозно, то лето будет засушливое и жаркое. Ну, судя по сегодняшней погоде, которая была сегодня, у нас непонятно было, то ли тепло, то ли холодно, такая переменчивая погода была. Близок к теплу. Но мы как позитивные люди скажем, что сегодня было холодно. Это чтобы лето у нас было жаркое. Мы ведь хотим жаркое лето. Вы хотите? Я хочу. Боже, как все-таки здорово на море, когда темно. Какая это красота. Я чувствую. Все, друзья мои, не забывайте, пожалуйста, если вам нравится видео, подписываться на канал, ну и говорить о том, что вам нравится или не нравится. Это тоже важно, потому как я учусь снимать хорошие видео. Все, пока, удачи, будьте позитивными и помните, оптимистом быть гораздо выгоднее и интереснее. Будьте на позитиве. Пока.